Здравствуйте, мои дорогие зрители канала «Мой Котабу». Долго мы с вами не встречались, практически целый месяц. Ну и наконец-то я вам расскажу, как этот месяц прошел, потому что он был действительно непростым для нас. Из-за этого, собственно, и не выходили выпуски, потому что, честно, не знал, за что хвататься. Ну вот, смотрю сейчас на себя и думаю, какой-то я весьма старый, почти лысый, и с очень интересным, таким придурковато-счастливым выражением лица, когда тискаю своего любимого Сёму. У Сёмы бывают такие приливы нежностей, непредсказуемые, кстати. И вот один из таких случаев мы и засняли. Я иногда вечерком перед сном сажусь посмотреть что-нибудь любимое из Ютуба. И вот в такой момент меня Сёма и обаял. Вот что ни говори, насколько он не особо ладит с другими котами, но нас он очень-очень любит. Нас и Томас. Больше, в принципе, никого не жалует. Ну, такой вот характер у кота, такой вот у него тип, что ли. Я не знаю, он очень своеобразный, но все равно очень-очень любимый. Несмотря на все его закидоны, на все его пакости. Иногда он бывает такое учудит. Я так понимаю, что он хочет подставить кого-то из других своих соседей. И подгаживает, думая, что подумают о них. Ну и тут же палится сам. Получает по тощей жопе слегка. Ну и, собственно, ему этого хватает, чтобы какое-то время забыть о таких гнусностях. Вот такой вот котей, всегда очень чистенький, всегда очень такой следящий за собой, порой даже чересчур вылизывая себе даже лишнего. И очень красивая морда. И ярко-ярко рыжий цвет. Не часто он бывает у нас так длительно на экране, но вот сейчас его бенефис. Как-то так. Ну а теперь я более хронологично расскажу вам о апреле нашем в этом году. А вы пока насладитесь видами и играми наших пушистых питомцев. Сегодня весь видеоматериал будет, который отснят в игровой. Большой дом фигурировать не будет, но зато все уголки игровой будут к вашему вниманию. Вот домик, который очень сильно пострадал и был разрушен. Ну, я его не особо-то откапиталил, но привел в порядок, чтобы он был в рабочем состоянии. И вернул его на место. Ленечка становится все пушистее и пушистее. Я уже не знаю, куда уж еще больше пушистее. Нам теперь даже те коты, которые у нас считались раньше длинношерстными, не выглядят таковыми и практически гладкие воспринимаются. Ну, это Кусь, Макс и другие. Маняшек. Маняшка получше стал, пообщительнее. Его даже иногда можно полуслучайно потискать. Ну так, по случаю. Погладить. Так вот.
Апрель начался у нас с того, что после жуткого снегопада пропал свет. Многие об этом знают. Котел у нас без света не работает. Мы стойко выдержали 3, 4, 5 дней. И вот на 5-й день удалось все-таки с вашей помощью наскрести по сусекам. Мы собирали на вакцину. Ну и, в общем-то, ускорив сбор, объявив его таким форсированным, нам удалось таки купить генератор. И с 5-го дня мы сами себе дали свет. Ну и еще 3 дня он нас очень сильно выручал. Нагрели дом, все хорошо. Это вот такое вот начало было. В связи с этим нахлынуло полнейшее запустение, потому что за неделю борьбы за выживание очень многие вещи оказались запущены. Потом предстояло большое отмывание, оттирание, кое-какие мелкие реконструкции. Но, в общем, было чем заняться. Погода весь месяц, я бы не сказал, что радостная и весенняя. Постоянные дожди, прохлада, ветрено очень. Ну, грязище, это вообще не передать. Ну, в котодоме нету грязи. И это радует. Это не может не радовать. Конечно, приходится прилагать еще больше усилий, чтобы была чистота, потому что чем больше их, тем больше есть чем заниматься. Вот такие вот дела. Ну и немножко о грустном. Я не буду рассказывать каких-то таких подробностей. Хотя, конечно, душу порвали очень сильно. В общем, этот месяц ознаменовался такой проверочкой на вшивость для нас. Я не знаю, насколько мы ее прошли, не прошли. В общем, мучил нас долго пост о двух котятах, неизвестно, котиках или кошках, ну, как обычно. В общем, которые брошены на улице, в частном секторе, живут, прибившись к собаке, которая охраняет покинутый дом, скажем так, которых у нас тут очень много. Ну, ее кормит там кто-то приходящий. В общем, котята прибились к этой собаке и живут там. Мы поехали, забрали сначала одного котенка, потом другого. В общем, к большому сожалению, один котенок, девчоночка, оказалась просто не жилец. Она была уже в ужасающем состоянии и ничего сделать не смогли. А за другую кошечку, за ее сестричку, мы бились 2 недели. К сожалению, ничего не получилось. Это вот к разговору о том, насколько хорошо животным живется на улице. Кот всегда найдет чем питаться. Ну вот они нашли чем питаться. У одной просто все внутренние полости были зашлакованы костями. В другом жутчайшее отравление и иглистная инвазия. Ну, скажем так, да что тут вообще сказать? Ну, в общем, мы сделали, что могли. Очень-очень старались. Увы, нам пришлось это как-то пережить, смириться с этим. И наша полянка недалеко здесь от нас, в яру посадки,
Пополни вас новыми жильцами. К одной девочке мы к зайке очень уже привыкли, и это было особенно больно. Но я не буду вас терзать больше такими грустностями, просто хочу, чтобы... Да и многие, кто следил за нами в других соцсетях, собственно, знают это все. Я так немножечко еще приоткрываю завесу с подробностями. Это, к слову, о том, почему не хотелось ничего снимать, почему ничего не делалось, почему затихли, долго не появлялись и так далее. Вот все это вместе с погодой, вместе с нахлынувшей вот этой весенней какой-то депрессией, честно скажу, накрыло. Ну, вообще апрель, знаете, сложный месяц всегда. Он такой интересный месяц становления, во-первых... Великие, великие святые праздники. Все, все происходящее в этот месяц готовит человека ко всему последующему году. Поэтому, вот если так философски относиться ко всем передрягам и происходящему, ну, так и надо, наверное, относиться. Я очень стараюсь так и делать. И принимать. Принимать то, что случается. Потому что по-другому, собственно, и нельзя. Ну, а по поводу, возвращаясь к началу ролика моего, блаженно придурковатого выражения лица. Да, я когда за ними наблюдаю, когда я с ними вожусь, я становлюсь таким блаженно придурковатым. Меня это очень сильно успокаивает. И может я еще остаюсь человеком только благодаря им. Потому что в современном мире человеку, чувствующему и думающему, все тяжелее и тяжелее. И надо находить точку опоры. Да, для меня это вера и коты. Ну и, конечно же, моя любимая семья. То, что вы сейчас видите, это мой апгрейд китайских подушечек. Они предусмотрены вообще на сиденье, будь то табурет или какие-то стульчики, креселки. Но нам они понравились, и мы взяли их для котодома. Первый фактор – это то, что они дешевые. Это фабричные китайские подушки. Мы вот нашли их пачку у нас и купили. Сказали, что больше их таких не будет, а цены такой так и подавно. А цена получилась в два раза дешевле, чем самошитые вот эти подушечки, ну, цеховиков, скажем так, из различных тканюшек. Второе их достоинство – это они действительно очень симпатичны. И третье – у них на тыльной стороне нанесены такие резиновые пупырки, назовем их так. И благодаря этим пупыркам они не так сильно скользят, как другие тканевые подушки. И более-менее хотя бы лежат на линолеуме и на каких-то деревянных, там, крашеных, полированных поверхностях. И даже немножко цепляются за подоконник. Но коты у нас изверги, они все это быстро обуючивают и придают этому свой дизайн. Кстати, я раньше не показывал обновленный парапет. Вот здесь его можно очень хорошо рассмотреть. Теперь он весь защищен более-менее качественным линолеумом. И весь, вот мы его закидали подушками. Коты любят эти подушки. Оценили. Ну, еще эти подушки очень легко стирать. Запихал их все в машинку. Они с наполнителем, с таким каким-то... Ну, в общем, с подушечным, я не знаю, холофайбер, что-то в этом роде, и нормально стираются, очень быстро сохнут. Вот Фиса всегда всех воспитывает.
Получилось у меня в очередной раз сделать вот эту вот подставочку, когтеточку, лежанку, на которой сидит Оскар. Конечно, скоро от нее вообще уже ничего не останется, придется выбирать новый какой-то стержень, а может быть просто ее заменять. Но они почему-то очень любят в ней сидеть, и я ее ставлю всегда под этот подоконник, чтобы они легче по ней залазили на окошко в выгуле. Маняшка активничает тоже, а вот Яшка стал поспокойнее. Он, конечно, дуреет с молодежью, да и сам он, в принципе-то, молодежь. Но, насколько я отмечаю, сейчас он уже не такой яростный прям боец, ну, а так более игривый, отдыхает большей частью. А теперь у нас лидеры во всех этих движениях — это по-прежнему Савунти и Фиса. Кстати, вот Марс, такой немножко офигевший, да. Он хоть и из поколения постарше чуть-чуть, вот он где-то такой, как Яшка. Но его тоже активно задирают и привлекают к этим играм. Иногда он очень сильно удивляется, как это так, его вдруг вот это тронули, понимаешь. Ну, так все время и происходит. Вот эти вот все вещи надо постоянно поправлять. Потому что иногда они вообще задвинуты поздно куда. И в горшки, и на горшки, и за стол, под стол. Вот это обычная картина бодрствования в игровой. Причем треск когтей, вот этих затяжек, зацепок, стоит неимоверный. Я постоянно их осматриваю, и видимых никаких повреждений, ну слава богу, не нахожу. Поэтому они то ли умеют играть, то ли как-то эти царапины неощутимы для них. Вот потихоньку я узнаю все вот эти нюансы кошачьи. Как видите, я отцепил от шнурков вот эту корзинку-качельку. Ну, во-первых, потому что она не использовалась, потому что довольно мала. Савка вырос и потерял к ней интерес. Ну, и хочу придумать сюда нечто другое. С таким специальным таким сдерживателем-амортизатором, чтобы сильно не качалась эта штука. Потому что, учитывая длину тросиков, ее можно раскачать так, что и в стену врежешься. Ну и котам не очень нравится, когда она под ними слишком сильно имеет возможность колыхаться. Так что это тоже пока я придумываю, обдумываю. Вакцину мы, вот отвлекусь, да, в качестве отчетности. Мы закупили вакцину, она уже лежит и ждет. Я думаю, что в ближайшее время будем вакцинировать всех ребят, девчат. И из таких больших вех у нас теперь выгульник. Вот за последнее время, получается, мы купили клетки. Кстати, клетка здорово выручала как стационар при болезни. Очень удобно. Да, жаль только, что неудачно лечение прошло. Но на все воля Божья. Что ж тут поделаешь.
Так вот, да, клетками разжились, генератор теперь здорово страхует от энергетических проблем. Закупили вакцины, и теперь, как только наладится более-менее погода для работы на улице, приступлю к изготовлению выгульника. Тут у меня, вот правильно говорят, что с каждой идеей надо некоторое время, ну или как минимум ночь переспать, ну а лучше выносить ее несколько подольше. Почему? Потому что у меня уже три раза в голове трансформировалась эта идея. Я считаю, сейчас она максимально приближена к идеалу. И я рад, что я не сделал заготовки так, как я планировал сначала. Почему? Потому что, ну, в общем, это совсем другое. Это совсем другое, то, что я придумал на данный момент. Я не буду объяснять в деталях. Я вам лучше буду показывать даже моменты изготовления, естественно, потом готовый результат. Но мне кажется, что эта идея намного-намного интересней. Во-первых, это будет сооружение намного больше. Во-вторых, оно будет намного более капитальным. Ну, и в этом, конечно же, его прелесть. Я так думаю, что в мае я в любом случае уже это сделаю. Ну, а на кухонное окно, да, там идея не изменилась, в принципе. Ну, потому что разгуляться там негде. Будет то, что получится выжать из... Ну, из вводных данных. Да, Ленечка оказался, кстати, у нас весьма террористом. Очень-очень террорист. Он у нас гнобит Басю. Кстати, Яха более-менее охладил. Ну, это замечательно. Он, если задирается, то в таком плане. Ну, типа, я тут мимо проходил. Вот, не хочешь со мной поскакать, побегать? А, ну не хочешь, да и не хочешь. Ну, в целом все молодцом. Любители тусить туда-сюда все те же. Вот Тихон яркий образец кота, которому не нравятся закрытые двери. Он должен все время ходить, бродить туда-сюда. Причем он только пришел сюда, ему надо обратно. И обратно он придет, тоже не понимает, зачем пришел. И ему надо опять туда. Вот такой кот интересный. Изюмка и Марс. Вот они, когда выскакивают в большой дом, они так удивляются, так ничего ж тут не изменилось, ничего не произошло. И, сделав пару кругов, они решают, что им нужно в освояси, в игровую. Что тут гораздо больше всяких приколюх, гораздо больше есть чем заниматься, есть где потусоваться и с кем потусоваться, самое главное. Потому что... В большом доме в основном сонные личности, которые вылеживаются в своих лежанках. И у нас как-то так вот недавно мы буквально пару дней обдумывали, что интересно и в то же время правильно произошло вот это распределение. Такие своего рода социопаты, они больше... Постоянно у нас на глазах в большом доме. И в то же время они малоактивные по сравнению с остальными. И вот эти все компанейские забияки, они у нас в игровой. Я считаю, что это вот именно идеальное распределение. Единственное, что, на мой взгляд, составляет проблему...
расширяться уже некуда. И если будут приходить новые питомцы, то как бы не стало слишком тесно. Пока вот вроде, по моим наблюдениям, нормально. Всем хватает лежаков, всем хватает мест, хватает где побегать, потусить. Но вот именно вот некоторые несовпадения характеров и вот эти личные какие-то терки, вот таких бы котов тоже как-то, чтобы была возможность дать им личную свободу. Потому что Кассиус и Бася. Я, конечно, допускаю, что они весьма возрастные коты. И по всем приметам, так оно, наверное, и есть. Но им хочется покоя, а их начинают... в общем-то, из этого состояния комфорта вышибать. Им это, ну, не нравится. И в какой-то степени ущемляет, конечно. Поэтому такой, я не говорю, конечно, дом престарелых отдельно, но дать им возможность отдохнуть от назойливой молодежи, может быть, и можно было. Сразу поясню, почему мы перестали брать их в основной большой дом. Потому что эти товарищи, хоть и кастрированы, но какие-то гормоны там у них еще бродят. И весьма бурно и сильно они помечают все, куда попадают. Поэтому... одна прогулка кота по дому, это потом полдня вымывания всего, где он решил, что это его. Вот такие вот они у нас сложные личности. И в то же время в игровой, ну, мне намного легче успевать поддерживать, даже если есть какие-то осечки. Вот. И у них здесь нет таких особых желаний что-либо перемечать, потому что, ну, видимо, здесь все привычно, все налажено, все хорошо. А вот когда все эти визиты вот куда-то, они воспринимают как, наверное, расширение своих собственных территорий. Поэтому, ну, что тут сделаешь? Подстраиваемся по ситуации. Конечно... конечно, конечно, мне бы очень не хотелось, чтобы они и дальше были в каком-то ущемленном состоянии. Хотелось, чтобы они привыкли, хотелось, чтобы все ко всем привыкли и сосуществовали мирно, но стычки бывают. Вот повышенный пушистик, пуховый, реально такой пуховый, это нечто, он прям облако. Марсюха. Ну, освоение, видите, вот домик вернулся, все, мы все должны туда по разу залезть. Да. Разыгрался очень Степан. Ну, очень разыгрался. Ну, такой прям деятель. Вот он простите. Проходя мимо меня, он почему-то считает нужным обязательно еще и меня позаигрывать лапой. И может даже укусить. А Фиска, ну, честно, вообще моя любимая кошка. Вот наряду с Изюмкой. Кстати, Изюмка вообще такая подруга резкая. Ленечке тумаков навешать, это аж бегом. Несмотря на то, что Ленечка сам такой деятель. Печенюшка. Печенюшка по-прежнему ведет себя
половинчато. То она прям душа-душа и ласка, то у нее какой-то заскок, и она воротит морду от всех. Ну, Бася, Бася просто директор. Ну, директор. Да, процесс кормления, конечно, весьма интересен. Помните наше приобретение, вот эти вот мисочки? Да, я вам скажу, при том, что одинаковая цена, совсем не одинаковое качество. Вот эти красные мисочки оказались продукцией сувенирного типа. Сейчас объясню. А вот эти наплавленные на дно резиночки для удобства, чтобы не ерзало. При первой же мойке мисочек, заметьте, в холодной воде, начали отлетать вместе с краской. В общем, они наплавлены на краску, краска держится очень-очень плохо, вот эта красная. Она, видимо, не подходит для окраски данного типа металла. В общем, все это облазит и облазит. У нас есть несколько мисочек, которые уже полностью с лысым донышком. Есть некоторые, которые еще целые. Ну и есть, которые там серединки наполовину. Так что вот эти красные мисочки рекомендовать я никому не могу. Если вы готовы смириться с тем, что они станут лысыми и обычными, то welcome. А если вы думаете, что она такой и останется, то значит ей пользоваться не нужно. Ее надо поставить и любоваться. Но это не наш вариант. Ленечка, любит он вот эти вот домики в столе. Ну а почему нет, там удобненько, затишно, хорошо. И еще он очень любит это. Да, вот ребята пришли, пошли играть, а он не идет. Потому что он любит еще на столе валяться. Очень любит. Вот этот пледик. Очень приятный, и Ленечка на нем возлегает. Скажи, что ты тут ходишь со своим хвостом. Вот Фиса на заднем плане, видите, там занимается гимнастикой. Я когда за ней наблюдаю, мне иногда кажется, что она вот-вот убьется, но, слава богу, ничего не случается. И один раз я ее подсаживал обратно, потому что она висела на одной лапе и спрыгивать не хотела. И никак не могла забраться наверх. Пришлось ее за попу поднимать на жердочку, с которой она свесилась. Ну и так это было немножко даже как-то опасно выглядело. Я переживал за ее лапу, на которой она висела. Да, Ленечка опять делает вид, что ему все по барабану. Но на самом деле аппетит замечательный. Активные игры мы не то чтобы любим, но... Ну и не игнорим прям полностью. Изюмушка хорошо раздобрела. Стала такой кошкой-кошкой. На молодежи же смотрит так снисходительно. Вот Маняшка, он тоже больше такой в наблюдении всегда находится. А вот эта группа энерджайзеров, ух, я прям, если честно, в шоке. Все-таки коты тоже как люди. Кто-то активный очень-очень, а кому-то все это сплошь лень. Вот по идее, коты же должны очень много спать. Ну, конечно, они и спят, но и вот эти активности у них прям бурные. Мне кажется, уже любой бы выдохся. Нет. Вот Савушка у нас такой товарищ, хоть и пузатый, заметьте, вот пузатый кот, маленький пузатый кот,
и очень-очень активно. Кстати, похвалю вам синие мисочки с рыбкой. Вот там качество очень даже приличное, там полностью обрезинено по кругу дно. И вот они пока что отрабатывают на 5 с плюсом. Наш артист. Артист Яшка. Очень-очень такой он атмосферный товарищ. Любит позировать. Любит все вот эти элементы такие эффектные. Ну вот, посмотрел, ну Бася, ну да, ну и ладно. Ладно, да, все, пошел гулять, да. Ну что еще сказать, вот такой вот у нас был сложный апрель. Да, он еще не закончился. Вот, сегодня как раз тоже большой праздник. И в преддверии этого праздника, точнее, прямо в этот праздник, я решил сделать этот ролик, дабы с вами пообщаться, напомнить о наших питомцах, чтобы вы не забывали, как они выглядят. Высказать вам огромное спасибо, благодарность за то, что вы с нами, за то, что поддерживаете нас и наших пушистых и даете нам надежду, что людей хороших больше, чем плохих. До новых встреч. Всего вам доброго. Пока-пока.